Сегодня в Зауралье реализуется 177 инвестиционных проектов и программ стоимостью от 1 миллиона до 3 миллиардов рублей во всех отраслях экономики. Качественные инвестиции – это вложения, которые ведут к модернизации и росту экономики. Для получения качественных инвестиций необходимы новые, более высокие стандарты работы всех органов власти по формированию инвестиционного климата Курганской области. Формирование инвестиционно-привлекательного климата региона – это не составление красивых буклетов, это ежедневная кропотливая работа всех управлений, департаментов и районных администраций, прежде всего над улучшением качества жизни самих граждан. Ведение конструктивного диалога уже с работающими компаниями и бизнесменами. Мы должны работать четко и слаженно. Все департаменты должны предлагать свои идеи и участвовать в процессе привлечения инвестиций. Алексей Кокорин поручил Управлению по инвестиционной деятельности и межрегиональным связям проработать вопрос об усилении взаимосвязи органов государственной власти и упрощении всевозможных процедур и согласований для реальных инвесторов. Приоритет – создание условий для внутренних инвесторов. Ожидаемый результат этого – инвестиции в размере 150 миллиардов рублей в течение 3 лет. Для достижения такого результата необходимо создать и постоянно совершенствовать качество персонального сопровождения для внутренних инвесторов, сформулировать простое и понятное предложение Курганской области по инвестплощадкам, сформировать механизм внутриобластной кооперации. Правительство области должно систематически информировать внутренних инвесторов об инвестиционных предложениях районов и городов области, формах поддержки проектов и наших возможностях по продвижению продукции вне Курганской области. При этом губернатор считает, что ориентироваться нужно на конкретный результат. Он заявил, что органы власти должны изменить подход в работе с бизнесом. Речь идет о практике клиентоориентированного подхода, нацеленного на то, чтобы инвесторам было удобно работать в Курганской области. Второе направление, обозначенное главой региона – привлечение качественных прямых иностранных инвестиций, инвестиций крупных российских компаний в наиболее конкурентоспособные районы и города области. Здесь ожидаемый результат – привлечение как минимум 10 международных и крупных российских компаний в течение следующих 3 лет. Предлагаю уделить первоочередное внимание таким инвестициям, которые, первое, усиливают доступ Курганской области к новым рынкам и включают наши предприятия в такие цепочки. Приносят доступ к передовым технологиям, создают высококвалифицированные рабочие места и увеличивают инвестиции в человеческий капитал. Я знаю проблемы и барьеры, которые стоят на пути международных и российских инвестиций. В первую очередь, многие инвесторы просто не слышали об инвестиционной готовности Курганской области. Иностранные крупные российские инвесторы должны получить от правительства Курганской области комплексный пакет услуг, ознакомиться с нашими возможностями до размера получения экономического эффекта от взаимодействия с нашими предприятиями. Возможно сформулировать уникальное инвестиционное предложение для крупных компаний вплоть до решения их актуальных проблем. На это потребуется время, но действовать нужно прямо сейчас. Третий приоритет – увеличение умного капитала Курганской области, талантливой молодежи, высококвалифицированных кадров. Первый и второй приоритеты неразрывен с умным капиталом. Дискуссия о том, что должно быть первым, инвестиции или умный капитал, на мой взгляд, не имеет смысла. Это взаимосвязанные процессы. Он добавил, что важно сократить отток талантливой молодежи и высококвалифицированных кадров из области, а также создать условия для привлечения специалистов в область. Нет готовых рецептов по формированию умного капитала. И, к сожалению, нельзя взять лучшую российскую или мировую практику и перенести ее на Курганскую область. Поэтому поручаю социальному блоку совместно с управлением инвестиций сформировать план действий в этом направлении, исходя из нашей специфики и особенностей. Помимо этого, основными направлениями должны быть привлечение специалистов высокого уровня инвесторами под привлекательные с профессиональной точки зрения проекты, привлечение специалистов в бюджетные организации по целевым программам, разработка проекта по увеличению умного капитала Курганской области. Комплекс конкретных мероприятий должен поставить инвестиционную деятельность на современный уровень и обеспечить рост экономики Курганской области. По
Поэтому важно предпринять следующее действие – изменить управленческие подходы для достижения результата. Важно внедрить систему проектного управления по улучшению инвестиционного климата. На основании инвестиционного послания разработать инвестиционную стратегию и дорожную карту по ее реализации. Подробнейшим образом прописать и внедрить сервис для внутриобластных, российских и международных инвесторов. Мы должны быть гибкими и гибко реагировать на изменяющие условия. Светлана Епифанова, Лидия Кайгородцева, информационное агентство «Курган.ру».